Карта «Друг человека». По данным Национального бюро кредитных историй, кредитные карты в начале этого года вновь оказались среди лидеров банковских продуктов. Почему? Спросим у потребителей. Мне очень удобно пользоваться кредитной картой, так как у нее есть льготный период, благодаря которому я не переплачиваю проценты. Также при оплате товаров и услуг я получаю кэшбэк, что выгодно для меня. Подобные бонусы играют немалую роль при выборе кредитного продукта. С этим согласны и аналитики, и работники банковской сферы. Карта кэшбэк от Банка Восточный стала лучшей по версии сервиса «Выбери.ру» в 2018 году. Этому способствовали как существенный лимит до 400 тысяч рублей, так и возможность для клиента самому выбрать, исходя из своих предпочтений, по какой из 5 категорий будут возвращаться до 10% от потраченных средств. Пластиковая карта сегодня есть практически в каждом кошельке, но лишь немногие дают своему владельцу свободу выбора. Карта кэшбэк от Банка Восточный как раз из таких.